Экспозиция в стиле новых технологий. Впервые 20 современных японских и американских роботов расположились в зале Музея изобразительных искусств Караганды. Является почти точной копией киногероя, за исключением лишь того факта, что в фильме робот этот был раза в три крупнее. Василий Маркин – экскурсовод. Другими словами, руководитель автоматизированных гостей шахтерской столицы. Молодой человек с гордостью знакомит нас с экспонатами. Интеллектуальные машины реагируют на прикосновения, умеют танцевать, петь и даже смогут приглядеть за жильем в ваше отсутствие. Например, как этот робот-охранник. Оснащен он камерой и сканером, которые встроены в его глаза, то есть вокруг себя он все видит и может снимать. Например, с утра, уходя на работу, ему мы определенным образом можем задать маршрут, по которому он будет перемещаться в течение всего дня, и примерно вот так вот будет он снимать все то, что будет попадаться ему на глаза. Есть и человекоподобный робот, похожий на Элвиса Пресли. Он копирует мимику и движение короля рок-н-ролла. А вот няня-панда может присмотреть за ребенком и почитать сказку на ночь. Оснащен он также сенсорами, то есть чувствует прикосновение там, где нарисованы у него вот такие следы от лапок. Вот на голове, на ручках, там есть еще на ножках и на спине. Сейчас я это покажу, его поглажу я по голове. Он засмеется, ну и скажет, что ему нравится. А есть и те, кто сможет заменить домашнего питомца. Интеллектуальные динозаврики Плео кушают, растут и запоминают человеческие лица. Коллекционер живет в Алма-Ате. Человек этим увлекается, собирал специально вот такую вот интересную коллекцию роботов. А потом решили показать населению, потому что по телевизору видеть это одно, а видеть воочию – это совсем другое дело. За роботами будущее. Мы знаем, что они активно внедряются во многие области. Это атомная промышленность, химическая, медицина. Каждый из представленных экспонатов уникален, вместе с тем и недешевый, говорят организаторы выставки. Цена одного экземпляра варьируется от 1000 до 5000 долларов. Однако роботов привезли не на продажу. К слову, Караганда стала пятым городом в Казахстане, который смог увидеть уникальную экспозицию. Ирина Камышова, Тульген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.